Привет, и снова мы у нас на распаковочке. Сегодня бренд FLS. Снова заказали подарочки нашим родным и близким. Мы будем распаковывать, показывать, потом напишем цены. Мне подарочек же там есть. Да. Подарунок. Не, фокус не удался. Думала, так гарно открою. Так. Про бренд FLS много уже было видео. Вообще что-то просто аж. Аж выпали просто все подарки. Так, ого. А что это мы такие заказали? Ну там в основном были футболки, тебе какие-то модные труселя какой-то фирмы, что я очень смеялась. Труселя за сколько они? 120 дирхам они за них поставили, по-моему. Да, было. Поставили, а мы взяли дешевле. А снижка была... Это не труселя, это же... Не поднимай только, положи вниз. Выпачай. Это труселя, которые это плавают. Это фирма Скотч и Сода. Скотч и Сода, ну и что она такая? Скотч и Сода, точно? Покажи. Здрасте, Esprit, яка Скотч и Сода? Не знаю. Что вони брежут? Реально там было Скотч и Сода написано. Это Esprit фирма. Ну, значит, надо писать тогда. Да. Все. Да, не можете без Скотч и Сода. Але, слушай, плавки такие... Скільки? 29 дирхамів, так? Я не помню цену. Да, 29. Поставлю в долларах. Дивись. Ну, они прикольные, просто было написано Скотч и Сода, я еще очень смеялась с того названия. Знаю, что такая фирма есть, но просто прикольно, когда Наташа, я хочу Скотч и Соду. Ну, да, и они не дешевле, чем Скотч и Сода, а Esprit, мабуть, теж, нет, тут ничего не написано. Просто мне кажется, если бы Esprit, может, ты бы и не выбрала бы их. Ні, вони мені сподобались. А це що за штучка така? А це штучка Esprit. Ну, значить. Тобто тебе можна буде в басейні хватати за це? Да, так що, оставляємо або будемо жалувати? Помірюю, чого? А, ну добре, все. А, скучиться. Не, ну що це таке, реально, що це за це? Так, що це? А, давай, мабуть, оці дві футболки. Там дві футболки однакові, да. Pacific Ocean, можна взяти одну? Ну, що ми так порвали? Одна L-ка, одна XL-ка. Ну, якщо що там... Давай оцю вже порвану. Я думаю, что если что, мы все равно поотрезаем бирки, если дай бог, там мы будем лететь домой, попадем домой или будем пересылать их, мы все равно бирки поотрезаем, это вес всегда лишний. Ну, это ж новое, а вдруг... О, боже. Ну, подожди, стой, да, я покажу этот воротничок. Мы уже, по-моему, делали съемку. Ну, это Ocean Pacific. Красиво. OP, да, вот такая вот еще надпись OP, а, OP. Вот, Ocean Pacific. Ну, если видите, вот рекомендуем. Да, такой. Зараз. Ого, а ну. Наташа пытается раструсить. Ой, який малюнок гарний. Где ты вы? Ну, дивись, точно. Ну, а мы же и выбрали из этого. Да. И ось опиоцина. Ну, кому это важливо, я не знаю. Ocean Pacific, это XL-очка. Ну, нормально. Я думаю, что нормально. Даже если наши парни поправились за это время, ну, ничего, я так думаю. Ну, вот у нас таких... У нас таких две футболки, да, L-ка и XL-ка. Ну, прикольно. Надо все равно будет потом посмотреть, что без дырочек, без ничего. Ну, прикольно. Это уже нравится. Цену поставлю, но что-то футболки были до 4-5 долларов. Так, что это такие гарные? Это плавки, которые ты не хотела покупать за 15 дирхам. Это купальные плавки, можно сказать, не шорты. Но я все-таки взяла, потому что хорошая скидка и есть кому дарить. Це шорти, нормальні шорти. Клас, да, класний, Емочка. А які, дивись, ці кармани. А я бачила, що кармани там. О, так я не взяв. 15 дирхам, народ, стоїло. 15 дирхам. 4 долара. Що це? Ундіс какой-то, я не знаю. А от по фірмі я не пам'ятаю, просто мені понравився цвіт. Ой, дивись, краб. Ой, хто це? Краб? Рачок. Рачок. Ну, класно. То есть бренд FLS, дійсно, рекомендуємо більшість класних речей заказувати онлайн. А тут немає кармана. Ну, добре, слушай, ну, якісно хороший. Зроблено. Думаю, понравится. Тому, кому ми придумали, понравится. Вони невеликі, але подивимося. Ні, ну нормально. Добре. Плавательні вот сюди. Так, що це у нас ще? Что-то ще було. Це теж щось для... Ну, що ще було? Раз, два, три, чотири, да, і твої трусики. Modern culture. Yes, modern culture. Ну, посмотрим сейчас. Large. Главное смотреть на это. А, нас с пуговками. Це, ага. О, а я ще бачу один прикол тут. Дивись. Modern culture. Как это называется? Пуговички. Ну, какой прикол? Дивись. Кармашек на рукаве. Боже. И что, он рабочий, это просто какая прикол? Какая няшечка, ну непонятно, шо? Прикол якийсь. Мабуть, что нет. Просто это, кармашек. А на втором рукаве есть? Да ну, это уже перебор. Не, немає. Тільки тут. Ну, прикольно. Прикольная футболка. Это Элечка, да? Це теніска, да. Ну, да, але теніска. Дуже я не. Що ти хочеш? Так, ой. Давай другу смотреть уже.
Так, и что это такие-то? И что-то еще, не знаю. Еще какая-то футболка. А такого колеру? Не, она какая-то смешная. А, она это то, что теплая. Я себе взяла XS, да? На это. Да, XS. О, ну это теплая. Я свитерок. А вообще я себе брала ее, думала, как это, как на физкультуру. Чтобы, а, какая-то, ну, знаете, она прикольная, но она такая тепловатая. Если, правда, у нас тоже бывают зимы такие. А что это у нас за это состав який? Ну, коттон, говорил. Да, ну, XS-очка, ну, прикольная такая. Пьюр коттон пишут, да? Ну, це хорошая. А смотри, як рукава просто, зроблені, оброблені. Да. Просто я не знаю, можно у них физкультуру вести, ну, классно. А если что, с бассейна буду выходить. Просто мне таких футболок парочку надо, чтобы каждый раз их стирать. Ну, свитерок, это не футболочка. Ну, классно. Да, померю обязательно. Регланчик такой, дивись, реглан. Уж так не люблю, когда, держи, да, когда эту штуку налепляют. Мы все время, даже когда меряем, мы снимаем. Потому что, знаете, в некоторых оставляется цвет. Не осталось цвета, да? Не, ну оно... Кстати, если здесь у вас что-то будет не так, и вы захотите поменять, вам что-то не подошло, кроме купальников и трусов, да просто деньги вернут на вас счет на именно на бренд Foles. Да просто, когда что-то будете другое покупать, вы с этого счета деньги возьмете. Бангладеш, да, ну прямо... симпатичная такая штучечка. Вообще нравятся мне наши покупки сегодня. Ну, давай, и тут, дивись, все... и низы, и рукава зроблены. Ну хорошо, гарно. Тоже что-то на 15 стоило или 10. Ну, такие за такие гроши распродажи прикольные. Так, вообще, в общем. Повертаємо, що в нас по итогу, да? Да, то есть... По итогу гарний свитерок. Да, свитерок. Свитерок. Такие цены все напишу в комментариях, потому что сейчас не помню. Помню, что шорты 15 стоили. А я не и Наташа дюже не хотела их покупать. Мне не подобаются шорты. Я, мабуть, что... Наташа будет мерить шорты, я поняла. Это Эричка нравится. Такая тенниская, симпатичная, с такими пуговицами классными. Вообще супер. Ой, подобается. Боже, такие колер гарный. Да, цвет вообще безумный. Этот вот воротничок, он такой, ну, видно, что классно сделано. Вот такой, ну, воротник. А принт оцей? Якісь пальмові вітки. А ну переверни, а ззаді теж такий принт? Мабуть, що так, а як вони? Так, да. Класно. Гарно. Сделали. Кстати, так, ми, наверное, принт этот і розсмотрели, і за нього теж взяли. Ну, і скотчен сода, яка називається фірма Esprit. Да? І такі, як хаки, да? Оліва колір. Ну, не, они классные, если тебе не подойдут, но и все. И на бедрах есть... это завлекалочка, дырочка. То есть, друзья, чтобы вы понимали, из этого всего трусы стоят дороже всех. То есть, вот шорты и футболка, вот шорты, это вот футболка, они стоят меньше, чем Наташины трусы вот. Капец. Эти. Просто, чтобы ради прикола вы поняли. Прикинь, за фирму. Ну да, и то, наша думала скотчен сода, а оказалось это Esprit. От мохнати люди. Да, вот так вот. А ну, покажи еще эту. Да. Просто... Положи, что вот, смотрите, запаковка, она не будет, конечно, классная. Мы заказывали на подарок, но люди-то это не знают. Просто они удобно пакуют, несмотря на то, кулечек один был порван. Ну, видишь, есть... я извиняюсь, кулек все равно этой фирмы. Да, то есть кулек этой же фирмы, да. OP, ага. Ocean, ну, такие как бы, вот это вот. Если вы будете лететь, и вам важен вес, срезайте бирки, и друзья вам поверят, что подарок новый. Я надеюсь. Ну, мы довольны нашими подарками. Очень сейчас надеемся, что мы все померяем, ничего, нигде дырочки нет. Вам желаем всего лучшего. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и ходите на шопинг. Спасибо. До побачення. Привет. Сегодня у нас распаковочка бренд Foles, нового бренда за маленькие деньги. Курьер приехал. Доставочка 13 дирхам, правда, стоила, потому что заказали мы всего лишь на $27. Здесь купальник за 56 дирхам. И футболочка такая симпатичная. Ой, она другого цвета. За 29. Вот обманули. Она поярче была вроде. Обманули. Там состав прям... хороший. Ниже руки. Так, сейчас. Но это не футболочка, это, ну, свитер. Да, это такой с длинным рукавом, скажем, такая. Кардиганчик. Угу. Ну, что, симпатичная. Симпатичная. Она нам сейчас... Ну класс, Элька, вообще шикарно, слушай. Ну, ну цвет, состав... конечно, был ярче. Ярче, там цвет такой бирюза был была. Просто был бирюза. А тут состав, ты сказала, классный, сейчас, мы решили сейчас, брать сейчас, на подарок. Сейчас. Фирма Old Navy, да, 29, стоила 45, да, сейчас 29, мы на распродаже, а ну, понятное дело, брали. Так, давай вот это сниму, эту дуру. Какой-то это. Мега состав сильный. Он должен быть... Ой, не... А ну... Ох, не любим мы эту штуку, кто не цепляют. Ой, не любим, не я не люблю. Не, вроде нормально. Так, а ну дай состав, я посмотрю. Состав. Приятный, мягенький. Так, что состав 60 хлопок, 40 полиэстер. Ну, как за 29, отлично. Ну, тут он. Угу. Класс. Ну, мне нравится. Ну, цвет, конечно, обман. Да, но цвет там был такая бирюза просто вообще.
Ну, так, там ну тоже интересно. Да, давай. Вот купальничек, конечно, да, стрёмно из-за того, что его да, нельзя вернуть, да? Не возвращают, они не берут обратно, потому что, мол, вещи интимного пользования, это все. А мне так нравится. Да, и в магазине, когда ты в магазине, тоже мерить нельзя. Ниже, так, взяли ниже, мы 38SC, да? Да, раздельный купальник, сейчас посмотрим. Ну, мы много в магазине смотрели, в магазине так было, что топик подходит, трусы нет. Да. Не поднимай, Наташа. А, извиняюсь. Я же просто хочу, видишь, это раз. Оно все спуталось. Подожди. А, оно не спуталось. Подождите. Еще раз. Ну, то есть оно что, все вместе это, да? Разрывать надо. О, боже мой, что за... Ну, ладно, мы... ножнички. Будем разрывать. Разрываем. Вообще, купальник, конечно, покупать так риск огромный. Ну, да, порочную связь эту. Так, фирма у нас Триумф. Фирма Триумф. Наташа, уже эту фирму, уже у тебя есть много вещей, да, и нижнее белье есть. Да, тебе нравится, так, да? Да, мне очень нравится. Покажи, это труселя. Это середина. Вау. Ну, сейчас будем лазить. Симпатично смотрится. Ух ты, какие штучки. Ну да, это вот штучка вот такая. Ну вот. Это понятно, должна она быть. Причем затащить в раздевалку и померить вообще было сложно, потому что они так его спарывают этими штуками, что вы не зайдете. Топик, если вы можете, померяете, то вряд ли вы померяете труселя. Так, и вверх. Ну, это что, дырочка? Да. Ну, это такое специально. Ну, смотрится симпатично, не знаем, только вот вопрос, как да, оно что, будет. Да, что, куда? Может, надо было 40C брать? Ну, в принципе. А может и нет. Сейчас я померяю. И, может быть, что-то покажем. Ну, Триумф и прямо все. Ну, вот фирма Триумф, конечно, классная. Мы рекомендуем, если увидите в магазинах Brand Full S. А цвет красивый, да, померить такой? Померить надо. Померять. Ну, сейчас померяем. Вверх так точно.